Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. И сегодня я наконец-таки получила свою посылочку от Лизы Ершовой. Мы делали с ней новогодний обмен. Я получила первую ее посылку. Она пришла очень быстро. И первое, что я хочу сказать, что мне очень стыдно и неловко, потому что у меня не было возможности запаковать каждый предмет, который я ей отправила, в отдельную упаковку, так как это сделала она. И мне теперь так стыдно, что я хочу еще раз собрать посылку и отправить ей, чтобы все это было красиво. Но думаю, что это уже будет в следующем году, после новогодних праздников, потому что, ну, уже отправлена новогодняя посылка. Итак, давайте начнем с первого. Здесь самая легкая, это вот такая вот какая-то непонятная штучка. Я не знаю, что это, честно. Видите, я еще ничего не распаковывала. Думаю, что можно снять бечевку и посмотреть, что там. Так, первая упаковка распакована. Мы решили все сразу распаковать. Лиза, ты переборщила с клеем. Короче, все, что было, оно все приклеилось. Вот так вот мы еле-еле отодрали. Здесь вот такие вот красивые, очень красивые птички были. Это фикс прайс, да, снежное кружево. Мы такие себе не покупали, кстати, но хотели. И я очень люблю фиолетовый цвет, посмотрите, прям в цвет моих ногтей. Очень-очень красивый, обязательно в этом году повешу на елку. Пока еще не ставила, как раз таки собиралась ставить ее на этой неделе. И прям вот, кстати. Сразу хочу показать вот такую открытку, которая была тоже в посылке. Очень прикольная. Маме очень понравилась эта собачка. Вот так вот здесь. Очень красивый скотч. Очень. Также здесь, конечно, была салфетка кружевная, безумно красивая, серебряная. Теперь это у меня самая первая такая салфетка. Никогда таких не было, только я их видела. Очень себе хотела. Большое спасибо. Самое большое и тяжелое, что у нас здесь было, это вот такой вот потрясающий ежедневник. Да, недатированный, стандартный такой ежедневник. Очень красивый, просто безумно красивый. Особенно вот эта обложка. Большое спасибо. Прям, не знаю, очень нравится мне. Он такой летний, хоть сейчас зима, но он прям смотришь на него и напоминает о лете. А теперь время вкусняшек. Я обожаю M&M's. Мы с моим молодым человеком просто обожаем их есть в кинотеатре. Теперь точно знаем, что с собой будем носить. В следующий раз здесь с шоколадом, а здесь с арахисом. И еще вкусняшки вот в такой упаковке. Это у нас, ух ты, здесь у нас три шоколадки Дав с сальным фундуком, просто молочный шоколад, и с изюмом и дробленым фундуком. Вот эти две точно для меня, а это для моего молодого человека, потому что я не ем орехи. Огромное спасибо за вкусняшки, прям безумно порадовала, спасибо большое. Итак, следующим у нас был вот такой вот красивый конверт, квадратный, и в нем у нас были всякие вкусности для скрэпбукинга. Такая вот красивая скрэп-бумага с карточками. Очень-очень-очень прям вовремя на фолдеры как раз таки пущу. Здесь есть еще, ух ты, красивые какие. Красота, правда? Очень красивая. Такая вот. С Новым годом. Эти бумаги, эти листы можно будет пустить на личный дневник, я думаю. Очень красиво. Да, потому что они двухсторонние, красивые. Можно будет сделать развороты в своем дневнике. Ух ты! Какая красота, какие потрясающие наклейки. Здесь тигруля есть. Это же я. Очень красивая, просто прелесть. Спасибо большое. Здесь еще у нас открытки. Их много. Они безумно красивые. Посмотрите, какая потрясающая открытка. Очень красиво просто. Столько разных елочных игрушек здесь. Вообще красота. У меня была похожая, вот такая и была, и вот такая. Красота. Большое спасибо. Следующая открытка вот такая. Тоже не менее красивая. Снежная. Затем вот такая. Какие красивые иллюстрации. Ой, вот это вообще самая красивая.
Правда? Такое новогоднее настроение, прям утро 1 января или утро Рождества. Прелесть. Затем, ух ты, вот это да! Посмотрите! Посмотрите, какие открытки с этими собачками. Целая гирлянда, тут целая история. Очень круто. Их можно будет отрывать и отсылать своим близким. Очень прикольные открытки. Большое спасибо. Давайте теперь посмотрим, что было в этом маленьком конвертике. Сейчас я его вскрою. А у нас тут конфетки, карамельки. Груши. Со вкусом груши. Прикольно, как спасибо большое. Так, последнее это у нас коробка. Красненькая вот эта, которая безумно красивая. Я как раз хотела себе красную коробку. Отсюда так вкусно пахнет, я так не представляю. О, здесь у нас просто прелесть. Так, у нас, во-первых, здесь красивая открытка с Новым годом. Посмотрите, какая красивая, да? Вот почтовая карточка. Как же все вкусно пахнет. Я просто обожаю мыло Dove. Именно вот это вот. Я не знаю, как ты угадала, но я только таким и пользуюсь. Оно мне безумно нравится. Именно вот это масло ши. Здесь ваниль. И у него запах просто невероятно. Очень-очень вкусный. Я очень-очень благодарна тебе. Спасибо. Здесь у нас вата для атмосферы. Сейчас я все это вытащу. Наполнитель у нас очень красиво зеленый. Ух ты, прикольно. Ты прям как узнала, что у меня крем закончился. Я хотела себе как раз таки купить на Новый год. Но кажется, мне не нужно его покупать. Здесь крем питания для лица. Горшочек с медом. Свежий кипрейный мед. И органический пчелиный воск. Мне кажется, крем хороший. По крайней мере, по своему составу и названию он внушает доверие. Ух ты! У нас здесь следующий идет. Это Снежная королева, бальзам для губ, органическое масло мяты и свежий сок арктической малины. Первый раз вижу такой. Тоже обязательно попробую. Прям очень круто. Такой вот. Большое спасибо. У нас тут гель для душа, который немножко потек, как вы видите. Потому что он позеленел аж от наполнителя. Натура Сибирика, гель для душа, витамины для кожи, 98% натуральных ингредиентов. И, как я понимаю, это морожка. Или как? Просто интересно даже. Да, с нотками сибирских трав. Ой, прям так интересно. Ну, он очень вкусно пахнет. Спасибо. Большое-большое спасибо. Ух ты, это какая-то прям новая крема для меня. Le Flirt du Provence. Нежный крем для рук и ногтей. Олива и розмарин. Очень интересно. Я очень люблю крема для рук. Поэтому огромное тебе спасибо. Обязательно попробую. Думаю, мне понравится. Так, затем здесь у нас идет от Oriflame маска. Затем идет маска гелевая, натуральная. Маска пленка с секретом граната маракуйи. Ой, какая красота. Посмотрите, какая потрясающая снежинка. Просто прелесть, правда? Волшебная. Она пластиковая. Очень-очень классная такая. Как будто стеклянная. И последнее, это такой вот маленький конвертик, прикольный в горошек, с открыточкой, вот такой вот классненькой, с обезьянкой, с Новым годом. И вот таким вот блокнотиком с Санта-Клаусом. Такой прикольный. Здесь листы у нас в клеточку стандартные. Спасибо большое. Лиза, огромное-огромное-огромное спасибо тебе за эту прекрасную, чудесную посылку. Это мыло, я не могу прям нарадоваться за него. Спасибо.
Я за каждый подарок очень рада, и я очень надеюсь, что моя посылка тоже тебя порадует, пусть я и не успела так ее запаковать красиво, как ты, но я очень надеюсь, что я исполнила твои желания хотя бы отчасти и принесла тебе вдохновение новогоднее и новогоднее настроение, потому что ты мне его принесла. И поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы все ваши желания сбывались, крепкого здоровья вам, самой чистой искренней любви, чтобы у вас постоянно было вдохновение и никогда вас не покидало оно. Люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. И всем пока-пока.